Вековой юбилей отмечает сегодня социальная служба России. В Театре оперы и балета свои поздравления принимали соцработники Якутии. За 100 лет службы прошел огромный и сложный путь становления и развития. Работа сложная и ответственная и требует от специалистов не только высокого профессионализма и опыта, но и нравственности, духовности и терпения. В Якутии 4500 работников социального развития ежедневно трудятся и отдают тепло своих сердец во благо благополучия населения республики. И в честь праздника руководитель региона СН Николаев вручил лучшим работникам памятные подарки. Столетний юбилей социальной службы Российской Федерации – это говорит о многом. Потому что на протяжении всех 100 лет у нас прошли очень, ну, будем говорить, значительные изменения во всей социальной сфере. И, конечно же, сегодня стоят очень сложные, очень значимые задачи. Это и преодоление бедности, это и социальная поддержка тех, кто в этом нуждается.